Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Олександр Сінкевич, Миколаївський міський голова. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Александр Федорович, ну, на самом деле, достаточно много тем, которые хотелось бы с вами обсудить, но вначале я позволю себе все-таки поздравить вас с днем рождения. С днем Спасибо. Рождения, всего вам Спасибо. Наилучшего, здоровья, удачи и всего-всего. Если не возражаете, может быть, начнем с сессии, которая прошла. Это фактически первая рабочая сессия Николаевского городского совета. Она растянулась в два заседания. Принято ряд важных вопросов. Проголосован бюджет. Ну и вот так вот где-то приблизительно весь январь, несмотря на новогодние праздники, вообще такое настроение как бы праздничное, слышался такой глухой ропот, который исходил из среды депутатов Николаевского городского совета, представителей разных политических сил, в том числе и представителей самопомощи. Ну и суть этого ропота сводилась к тому, что как-то не советуется городской голова с депутатами, отсутствует системный диалог. Вот так звучало. Но тем не менее на сессии голосовали достаточно дружно. Означает ли это, что диалог наладился? Ну, я думаю, для любого диалога нужно, ну, скажем, какое-то время притирки. И, конечно же, заняв пост городского головы, я занялся, ну, скажем так, подготовкой к зиме, подготовкой к бюджету, подготовкой к реформированию структуры. И это все занимало настолько много времени, что у меня, да, действительно, не было много времени, чтобы общаться с депутатами. А их, как вы знаете, у нас 54. И подходя уже вот к этой бюджетной сессии, это было просто не то, чтобы вынужденная мера, это просто мое желание было, мы встретились, в том числе и в формате, ну, скажем так, глав фракций. И пообщались, обсудили вопросы, которые мы выносим на сессию. Ну, скажем, все сложные вопросы обсудили, все компромиссы нашли. И в первой части второй сессии, скажем так, произошел некий сумбур. Сумбур этот был связан с тем, что аппарат совета там переместил некоторые вопросы, которые требовали дополнительного обсуждения, скажем, в депутатском корпусе. Вот. Поэтому вначале не проголосовался регламент, и это еще, наверное, больше усилило вот то чувство, что там в депутатском корпусе между городским головой и депутатским корпусом нет еще, скажем, такого диалога. Да? Кроме того, был перенесен вопрос агенции. Связано это было с тем, что ну, вот в попыхах все эти вопросы агенция развития Николаева, я не говорю, не были до конца прокоммуницированы со всеми фракциями, то есть те люди, которые должны были выступить на фракции, объяснить, защитить, ответить на вопросы или подкорректировать что-то, они не успели выступить на фракции нашего края, и в связи с этим как бы отложилось это голосование на следующее пленарное заседание. Ну, в общем, диалог у нас, я думаю, есть. Понимание у нас находится, все мы понимаем, я говорил это до выборов, и когда мне спрашивали, что, как вы будете работать с этим депутатским корпусом, а как? То есть у нас нет какого-то прямо антагонизма, то есть какие-то политические разногласия, да, то есть разное видение даже на развитие города, но при этом все мы думаем о том, как Николаеву жить, как ему развиваться и как ему улучшаться. И, конечно же, если эти все мысли, эти решения городского совета, которые принимаются, они направлены на благо горожан, они будут приниматься. А если они имеют какой-то такой там персональный оттенок, я думаю, они будут дискутироваться, и эти вопросы будут подниматься и в сессионном зале, обсуждаться, так, ну скажем, бурляще. И, возможно, они будут приниматься, и вот мы увидим вот эти вот, ну скажем, стычки. Принятие бюджета на 2016 год городского, так оно, скажем, прямо затянулось. Тем более, что там и были такие ну, проблемные вещи, как, например, финансирование в части зарплаты энергоносителей, коммунальных платежей, профтехучилищ, колледжей, которые теперь город должен взять на свои плечи. Голосование затянулось, и бюджет проголосован, вот, ну, скажем так, так, как он проголосован. Да. Что теперь дальше? Ну, дальше то, на самом деле, то, что у нас затянулся немножко бюджет, с голосованием бюджета, это даже в некотором смысле хорошо.
Почему? Потому что мы смогли уже в бюджет включить и те статьи, которые вот как раз на ПТУ и на, там, по вопросам пильгового проезда исключить, ну и так далее. То есть все вопросы, которые были, вот, которые сейчас в некоторых других областях, в частности, недавно видел по телевизору, по Закарпатской, где студенты ПТУ не получают свои стипендии, зарплаты не получают работники. А у нас таких, хочу сказать, что 4500 человек. Как бы это огромное количество людей, которых нужно заботиться. И можно говорить уверенно, что некоторые люди могут там голодать, просто потому что студенты некоторые не городские, денег у них нет. Им элементарно нужны деньги для того, чтобы съездить к себе там, в село, взять еды. Понимаете? То есть это очень важный вопрос, который кажется вам так, ну... В разрезе жизни города он не сильно такой важный, но в разрезе человеческой жизни отдельно взятого человека, того же студента или работника. Нет, почему? Я прошу прощения, не кажется. На самом деле это огромная проблема. Это огромная государство проблема. Вот так под Новый год переложило на плечи громад, а вы громады как хотите разбирайтесь. На самом деле проблема. Речь действительно идет о тысячах людей. Так и есть. И я думаю, что вот эта затяжка с принятием бюджета, она как раз нам дала возможность красиво выйти, знаете, как это, с красивой миной при плохой игре. Но в любом случае проголосовали сейчас на полгода, ожидая то, что все-таки государство позаботится и разъяснит, если не даст денег, то хотя бы объяснит, как нам, где мы эти деньги можем выудить с другого места. Или как-то даст нам логичное понимание о том, как мы будем оперировать этими ПТУ. Потому что на самом деле в ПТУ ведь учатся горожан не так уж и много. То есть в основном это приезжие студенты. Другое дело, что там работают наши горожане, то есть целыми семейными династиями, и мы о них, это все наши николаевцы, о них тоже нужно думать. Как-то немножко несбалансировано было принято это решение, я бы его, честно говоря, все-таки отдал бы области, пускай бы область бы финансировала этот вопрос. Ну там вот мы видим, что как минимум в Фейсбуке некоторые народные депутаты уже пишут о том, что вот якобы в ближайшее время Верховная Рада может урегулировать этот вопрос, то, что называется, ждем. Но я когда задавал этот вопрос, я еще и спрашивал, вот там порядка, там больше 400 миллионов гривен, которые в бюджете города. И вот то, что называется, были высказаны серьезные претензии к главным распорядникам коштів. И это деньги, которые, как мы понимаем, это ремонты, это капитальное строительство, вот такие вот серьезные вещи, без которых город не может нормально функционировать. И я правильно понимаю, их расходование, распределение отсрочено? И как это будет работать, если да? Да, действительно, оно отсрочено. Скажем так, депутаты предусмотрели такой механизм, что если что-то необходимо, нужно прийти и защититься на депутатской бюджетной комиссии, планово-бюджетной, и они разрешат там расходование таких тех или иных средств. То есть чем сейчас, в принципе, занимаются главные распорядители средств? Они приходят на эти комиссии и объясняют, что, например, вот нам нужно столько-то денег на захоронение там людей без определенного места жительства. Или нам нужно столько-то денег там срочно на то, чтобы там провести какие-то важные платежи, которых нету в защищенных статьях. И эти платежи разрешаются, пропускаются, то есть принимает комиссия решение, и они проходят. С другой стороны, мне удивительно слышать от депутатов, которые не первый созыв находились в депутатском корпусе, о том, что программы, которые предложили главные распорядители средств, они являются там плохими или какими-то либо еще. Да, я уверен, что они плохие. Да, потому что я, как человек, который, вышел из бизнеса и который понимает, как должны работать программы, что у программ должно быть обязательно какая-то, там, скажем, цель. Мы делали столько, а надо вот столько. То есть повышение уровня жизни, повышение, улучшение уровня образования, улучшение уровня здоровья или состояния больниц, ну и так далее и тому подобное. То есть связанное с этим. И когда депутаты говорят, что вот нам, еще используют слово чиновники, да, нам чиновники предлагают эти программы, уважаемые. А чем вы занимались в предыдущем созыве? Они же эти программы как были, так и остались. Многие из них имеют там гриф 2011, 2018, 2013, там, 2020, ну, к примеру. Программы у нас... Я прошу прощения, да. Там ведь есть, вот артикулировались претензии, более конкретно. Вот, например, высказывался, вот Валентин Гайдаржи говорит, нам на дороге нужно столько-то миллионов гривен на 2016 год. А некоторые депутаты, в том числе в этой студии, говорили, подождите, уважаемый Валентин Васильевич, вы покажите, на какие дороги и сколько вам надо. Потому что, когда вы говорите в целом, это одна история. А когда вы предметно говорите, что вот на вот эти участки нам нужно столько и столько, это немножко другая история. Появляется некая конкретика.
Да. Ну, опять же, в этой части, опять же, насколько кажется, оправдано или нет городскому голове? Ну, это одно из моих замечаний было тогда, когда я не был городским головой. То, что все программы пишутся там достаточно размыто. Опять же, возвращаясь к тому, что эти программы такими и были до этого, в предыдущем депутатском корпусе они так работали. За сейчас, скажем так, возмутились депутаты, хотя возмущаются и те, которые были в прошлом созыве. Я говорю о том, что да, действительно, программы несовершенны. И да, действительно, я согласился, и мало того, я один был из инициаторов, что программы нужно переделать. Они не отвечают духу времени. И сейчас новые программы, которые пишутся, они пишутся главными распорядниками в течение этого месяца. Они должны, скажем так, быть согласно, разработаны согласно тех принципов, которые были заложены в 2009 году еще в принятии исполкомом принятом решении. И эти новые программы будут согласовываться с депутатскими комиссиями профильными. То есть там, по медицине, там, с профильной комиссией, там, по образованию, с профильной, ну и так далее. То есть, и эти программы, тогда уже депутаты скажут, что да, эти программы нам нравятся, эти программы нам подходят. Они будут выноситься на сессию, и голосование будет чисто формальным. Но теперь же есть, ну, скажем, вот вы, есть действительно текущие проблемы. Вот вы выше упомянули совершенно справедливо о теме, которая, ну, как бы мы живем, мы ее даже не отдаем себе отчет. Но есть люди без определенного места жительства, которые уходят из жизни, и их нужно хоронить. Их хоронит город за счет вот, собственно, этих денег, которые не распределены. Есть то, что видит каждый из нас, там, передвигаясь, например, по проспекту Ленина в маршрутке, либо в автомобиле, либо в троллейбусе. Ну вот сошел снег, ну, появились такие неприятные острые ямы. Да. Ну, я как обыватель понимаю, что вот пока вот эти вот деньги не распределены, эти ямы не будут заланены, независимо от того, какая будет погода на улице. Я же правильно понимаю. Да. Это действительно так и есть. С одной стороны, как бы здесь тупиковая ситуация. С другой стороны, было принято такое решение, опять же, возвращаясь к тому, что я только что говорил, о том, что эти главные распорядители, в данном случае будет департамент ЖКХ, он осмечивает то, что нужно. Сейчас они уже это осмечивают. И предлагают, ну, скажем так, оперативные траты на, выносят на комиссию плана бюджетного. Те говорят, да, действительно, это необходимо, разрешаем. И в рамках этого бюджетирования там какой-то цифры выделяются, будут выделяться на это деньги. То есть из этого фонда. Хорошо. Но если мы говорим о каких-то более глобальных расходах, о каком-то строительстве, ремонте большом и так дальше, вот теперь мы слышим некий ропот со стороны распорядников Кошки. Они говорят, слушайте, ну, на серьезные расходы, значит, мы потом же должны будем войти в процедуру тендеров, это же не быстро. На серьезное некое строительство либо ремонт нужно сначала войти в тендер на создание проектно-сметной документации, потом в тендер на реализацию самих работ. Да мы не успеем освоить эти деньги. Насколько, с вашей точки зрения, такие опасения оправданы? Они оправданы действительно в некоторой части. В некоторой части те тендеры, которые, ну, скажем, можно проводить уже сейчас, начинать впереди, у нас двухмесячный, скажем, такой перерыв, да, так, пауза, скажем. Это тот месяц, когда будут эти программы разрабатываться, и месяц, 20 рабочих дней, когда они будут висеть на сайте, будет их изучать общественность, в том числе давать свои комментарии. И сессия, которая назначена ориентировочно на 31 марта, которая, ну скажем, закрепит эти программы и разморозит эти деньги. Да? То есть до этого времени уже, в принципе, можно. Процедура тендерной закупки, она сама по себе длинная. То есть их уже можно начинать проводить. Те, скажем, те необходимые вещи, которые, ну, останутся в этих же программах. Да, то есть, или там те вещи, которые недострои, или там закупка чего-то там необходимого для нас, которые независимо от там, программы, их изменения направленности нужно будет приобретать. Поэтому ну, депутаты, опять же, оставили возможность вот такой вот, ну, скажем, такую лазейку для таких вот необходимых вещей. Это, то есть принятие бюджета с такой формулировкой, что заморозить этот фонд на время, оно не блокирует полностью трату бюджетных средств. Один из главных распорядников, собственно, и структура, на которую направлено много критики, это департамент жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня проводится конкурс, вот на момент, мы записываемся достаточно рано, мы еще не знаем результаты конкурса, но сегодня проводится конкурс на замещение вакантной должности руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства. Со стороны общественников мы слышим нарекания, что это как-то немножко непрозрачно. Такая серьезная структура, которая распоряжается миллионами городских денег, да. Руководитель определяется не очень прозрачно. Ну, что вы думаете? Знаете, я считаю эту критику необоснованной. Как бы мною было
лично сказано, что все конкурсы, которые у нас проходят, мы их не только публикуем в газете, но и публикуем в разделе «Вакансии» на сайте городского совета. То есть все эти, сейчас все вакансии, которые у нас необходимы, все те конкурсы, которые у нас играются, сейчас призываю граждан, заходите на сайт городского совета, в раздел «Вакансии» и смотрите там, что было. После того, как вакансия перестает быть актуальной, то есть конкурс висит там, это объявление, после этого оно снимается. Когда уже подошло время к тому, что этот конкурс будет отыгрываться, зашли на этот сайт, увидели, что вакансий нету, сказали, опять конкурсы проводятся непрозрачно, хотя в газете объявление есть, на сайте в кэше можно посмотреть, это объявление висело. Ну уж как более прозрачно проводить, я не знаю, разве что мы будем обращаться к компании НИС ТВ, просить бесплатно. Это не наши претензии, я просто артикулирую. Почитайте, например, городской интернет, вот, ну, да, знаю я. Андрей Ермолаев, известный активист, он говорит именно об этом, я же, это не мои претензии. Я с вами согласен, потому что люди многие говорят того, чего они не видят, или того, чего, может быть, не хотят видеть, но... Объявление действительно висит. Мы будем обращаться к сайтам, городским там, известным средствам массовой информации, чтобы они прямо у себя нашим баннером бесплатно, если они так, их, им так действительно интересно, как проходит конкурс, чтобы они размещали на баннеры у себя на сайте и говорили, граждане, пожалуйста, приглашаем на работу. И знаете, мне особенно нравится, почему нам не сказали, почему вот что там наши общественные организации не сообщили, что будет конкурс. Ну, у нас нету такого человека, который бы ходил и всем сообщал, с одной стороны. С другой стороны, есть ли у вас человек, которого вы хотите предложить? Обычно ответ – молчание. То есть, хорошо, людей... но вот применительно к департаменту, сегодня мы слышим такие комментарии, что вообще нужен ли городу такой монстр, который сосредоточил на себя кучу полномочий. В свое время эти полномочия были отобраны у районных администраций. Ну, как бы районные администрации теперь вроде бы есть, но многие задают вопрос, зачем. А вот этот монстр сосредоточил в себе средства, полномочия, ну и не всегда удачно, скажем так, деликатно с этим всем справляется. Нужен ли нам департамент вообще? Что думает городской голова? Департамент нужен. Департамент – это не просто какое-то николаевское новшество, это практика, ну, скажем, как мировая, так и всеукраинская. Поэтому мы ничего нового не придумывали. Единственное, что нужно как бы оптимизировать работу, улучшать работу департамента, делать ее более прозрачной и понятной горожанам. В том числе, когда вы говорите про дороги, да, какие конкретно дороги. Вот это должно быть доступно горожанам, то есть, в принципе, мы к этому будем идти, к тому, что план там, асфальтирования, освещения и так далее, он должен появляться ну, на сайте там, департамента, который говорит, что вот у нас запланировано такие-то, такие-то дороги. Когда мы говорим о том, что у нас запланировано X денег, а на сайте висит там, на Y денег, все будут понимать, что в этом году нашу дорогу точно не починят. И не починят ни почему, потому что Сенкевич себе деньги в карман положил, или там глава департамента, а потому что их просто нет физически. Ну и с другой стороны, департамент нужен как минимум для того, чтобы провести вот те реформы, которые у нас запланированы. То есть переход к управляющим компаниям, переход к УСМД, и департамент будет как раз вот исполнять роль, ну скажем, главную роль в этом всем процессе. Я так понимаю, роль департамента, она будет еще и потому, одной из главных, потому что, собственно, на департамент будет возложена функция проведения конкурса на определение управляющей компании. Это так и есть. Да, так и есть. И, Я прошу прощения, тут уже, собственно, уже все с этим, и общественники, и люди, понимающие, что происходит, потому что далеко не все николаевцы, на самом деле, понимают, что мы находимся в состоянии реформы, в которой есть... Четкие хронологические рамки. И эти рамки заканчиваются вот буквально... 1 июля. Да, 2016 года. Так вот, высказываются вот тут такие опасения. А вот насколько эти конкурсы будут прозрачны? Ведь сегодня уже и люди, которые конкретно работают в ЖКХ, и люди, которые представлены в депутатском корпусе, они либо уже учредили, либо в ближайшее время будут учредить эти управляющие компании. Они, в отличие от подавляющего большинства николаевцев, понимают, как это работает, как на этом зарабатывать. И вот тут те, кто будет организовывать и проводить такие конкурсы, ну, у них тоже там появляются некие, не знаю, соблазны. Согласен с вами. Но хочу, прежде чем, скажем, перейти к вопросу выбора, как говорится, без меня меня женили, да, чтобы
когда компания определяется департаментом, перейти к другому вопросу. Вечное наше недовольство работой наших ЖЭКов, и департамента и вообще городской власти, то, что касается в управлении жилищем. То есть люди говорят о том, что мы, вот ЖЭК плохо работает. Говорят, так зачем вы обслуживаете ЖЭКи? Создавайте ОСМД и обслуживайте самостоятельно, если вам не нравится этот ЖЭК. То есть не нравится вам, не хотят. Почему? Потому что у нас дом старый, и получается, вы нам его почините. Но как раз вот этот закон, который регламентирует переход, он говорит о том, что, скажем, такая функция последнего ремонта, она отменена, норма последнего ремонта. То есть люди говорят, мы лучше будем сидеть в ЖЭКе, и наш дом развалится, потому что вот мы как бы так нас плохо обслуживают, чем мы создадим свою структуру и будем управлять своим домом и наконец-то приводить его в порядок. Мало того, да, там, если мы говорим о подомовом тарифе, который будет приниматься, ведь ОСМД может его изменять собранием правления, там, повышать, понижать и так далее. То есть, когда люди боятся, что им там повысит тариф городская власть, организуйте ОСМД. Давайте. Мы именно из-за этого принимаем такую программу, что люди, которые будут организовывать ОСМД, мы будем давать им деньги на программе, там, по программе там, 90 на 10 после того, как они организовали ОСМД, и будем им помогать ремонтировать дома там. Необходимые основные ремонты, то есть чтобы крышу там не текли, подвалы там не текли и так далее. То есть мы хотим помогать тем, кто инициативен. Тем, кто инициативен, да, действительно, департамент выберет им управляющую компанию на конкурсе. Я обещаю со своей стороны, что максимально буду способствовать тому, чтобы эти конкурсы были прозрачными и понятными. Да, то есть, как бы, чтобы компании, которые были не просто на бумаге, а у них там была техника, чтобы у них там были люди, там помещения, активы какие-то. И, то есть, проверяйте эти компании. Эти компании будут выходить со своими ценами. Ну, и это рынок, понимаете? Это рынок, который будет регулироваться. Компании будут бороться за хорошие дома и с нежеланием брать те, которые не очень. Но нам нужно будет вот как раз балансировать тем, чтобы дать тем компаниям, которые хотят. Мы хотим вот эти 3-4 хороших дома. Мы говорим, тогда в нагрузочку вам еще вот эти 3 не очень хороших дома, чтобы это как-то все там компенсировалось. Но в любом случае, я призываю еще раз граждан, не ждите, что кто-то поменяет вашу жизнь. Собирайтесь, организовывайтесь, выбирайте председателя ОСМД. Не можете выбрать председателя ОСМД? Сейчас у нас формируется отдел в департаменте ЖКХ, он уже сформирован по работе с ОСМД. Мы вам поможем, мы найдем председателя, дадим вам его, человек будет заниматься вместе с вами. Кроме того, сейчас мы работаем с Приватбанком для того, чтобы создать такую программу. Люди переживают, что председатель начнет воровать наши деньги. Да, то есть мы будем отправлять их на счет ОСМД, а они будут непрозрачно распределяться. Вместе с Приватбанком сейчас мы будем работать над программой, где будет видно, сколько на счету дома денег. Кто туда положил сколько денег, кто должник, как расходуется. Мало того, внутри будет голосовалка. Мы хотим потратить деньги в первую очередь на крышу, или на ремонт подъезда, или на ремонт подвала, или еще на что-то, или на облагородить территорию. И председатель будет вынужден как бы либо ходить по квартирам и сказать, переголосуйте, потому что это важнее, потому что у нас дом завалится. И люди будут голосовать, и он будет тратить деньги согласно этого голосования. То есть мы делаем процесс управления домом максимально прозрачным и понятным гражданам. Но когда граждане говорят, нам так плохо в ЖЭКе, но СМД мы не хотим создавать, ну извините, чем мы можем тогда как-то вам помочь? Ну тут, собственно, возразить нечего. Снег сошел, к радости всех николаевцев. Ничего не сошел. Ну, я думаю, что в основной части. Конечно, зима еще не закончилась. Тут, собственно, разные слышим оценки по поводу того, справился вновь избранный городской голова, не справился с борьбой со стихией. Как говорится, оставим эти оценки. Но вот что хотелось бы все-таки спросить мне лично. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, профильный заместитель городского головы отчитывается о количестве посыпанной смеси, соли, чего раньше не было, соль сыпется на городские дороги, и песчано-солевая смесь. Но цифры такие внушительные. Да. Иногда возникает вопрос, насколько они соответствуют действительности, и существует ли какой-то механизм контроля? Механизм контроля существует. Во-первых, мы в этом году, чтобы не было вот какого-то непонятного процесса траты там этой соли и так далее, мы их вынесли ее за рамки тендера. То есть фактически тендер осуществлялся на посыпку, а соль мы закупали отдельно и передавали ее.
То есть фактически вся соль, которая завозится, там, она распределяется под навесы, она там находится в специальных там, в ангарах, и мы знаем, сколько мы поставили этой соли. Мы контролируем процесс, сколько ее используется. Кроме того, на всю технику новокупленную, которая призвана рассыпать эту соль, она установлены GPS-передатчики. То есть мы видим, сколько перемещаются по городу эти автомобили. И зная норму посыпки, там, ну, скажем, когда он двигается, этот автомобиль, мы можем посчитать, сколько было израсходовано там, реагента, ну, соли. Дело в том, что я услышал очень много людей, которые говорят, чем вы сыпите дороги, у нас там обувь портится, там плавятся подошвы. Я умел по этому поводу, в России был один комментарий. Длительный период времени, когда городские улицы посыпались даже не песком, а просто грязью, многие говорили о том, ну как, весь мир сыпет реагенты, почему мы не можем этого делать? И вот, наконец, когда это произошло, мы слышим обратную риторику. Чем посыпают соль? Это может быть опасно. Да, чем посыпают дороги? Посыпают исключительно солью. Но для того, чтобы покупать реагенты, у нас сейчас нет денег в бюджете. К примеру, там соль стоит там, в порядка 700 гривен за тонну, а бишофит, распространенный материал, стоит 15 тысяч за тонну. Разница есть, правда, для бюджета. И говорить о том, что мы там какие-то там добавляем реагенты, ну, это просто глупо, потому что нет у нас денег на эти реагенты. Мы посыпаем элементарно солью, той солью, которую вы употребляете в пищу, потому что поставщик – это Артем Соль. Это поваренная соль, которая у нас есть. То есть фактически, если мы говорим о том, можно ли контролировать посыпку, можно. Чем сыпем? Солью. Грязь используем? Не используем. Потому что, ну, как бы хочется максимально. Мы, конечно же, используем и песок хорошего качества. Мы приглашали общественность на проверку, потому что, опять же, будучи общественником, я возмущался, почему мы так делаем. В дальнейшем мы будем планировать, ну, скажем, вот эту работу по-другому, чтобы от песка избавляться вообще. Но пока мы этого сделать не можем. То есть, как бы, внутриквартальные проезды, там, не магистральные дороги, мы посыпаем песчано-солевой смесью. Видим уже анонс, что на 9 февраля назначена очередная сессия Николаевского городского совета. В повестке дня видим надання згоди на отримання кредиту комунальним підприємством «Миколаївводоканал». То, что за кредит, я почему спрашиваю, потому что, ну, как бы на слуху вот эти европейские деньги, которые в виде кредита должны зайти, что вот с этим происходит, что это за кредит? Ну, и тут же не могу не спросить, нет директора по-прежнему у предприятия стратегического для города? Ну, действительно, мы ищем директора. Мало того, я считаю, что директор должен быть, не должен быть обязательно человеком, который разбирается там, в трубопроводах, там, в гидрорасчетах и так далее. То есть, что-то такое, там, станция третьего подъема, это тоже ему не обязательно знать. Ему обязательно знать, что такое показатели. То есть есть финансовые показатели, там зарплата, затраты, и понимать, где их нужно оптимизировать. То есть он должен быть менеджером и экономистом. Конечно же, у него рядом с ним должен быть технический директор, который будет разбираться во всех технических вопросах. И сейчас мы таких людей ищем, скажем, в процессе, то есть смотрим, как работает водоканал, не лучшим образом на самом деле. Я занимаюсь как бы этим вопросом вплотную. То, что касается этого кредита, это не кредит, это просто увеличение, скажем, суммы овердрафта, то есть фактически есть когда нужно, время, когда нужно платить зарплату, а, скажем так, приход денег еще не, ну, денег еще не пришло достаточное количество от плательщиков. То есть пока они, вот, скажем, подкрепят предприятие, предприятию нужно уже выплачивать, чтобы не залазить в долги по зарплате. То есть фактически это такой овердрафт, который кредитная линия называется, ну, другими словами. А что с европейскими деньгами? С европейскими деньгами, ну, скажем, процесс очень затяжной, чтобы вы понимали, ну, городская власть откровенно вяло занималась этим вопросом. На самом деле ратифицировали мы еще в 2012 году, то есть в 2010 году была подписана кредитная угода, в 2012 ее ратифицировала Верховная Рада. И на данный момент как бы Европейский инвестиционный банк, это не надо путать с ЕБРР, это все равно другая институция, мы делаем вот, ну, как бы разрабатываем этот кредит. В чем проблема? То есть я вот как стал городским главой, сейчас вернулся к этому кредиту, потому что на самом деле нам его уже собирались отменять.
А отмена этого кредита – это очень серьезное, ну, скажем, повлечет очень серьезные последствия. Нам за свои, со своими деньгами, со своим бюджетом не справиться с модернизацией водоканала. Мало того, сейчас нам институт разрабатывает новую систему очистки воды. Ведь наша вода, мы ее очищаем хлором, и образуются новые соединения, которые ракообразующие. Люди умирают от этого. И воду нужно очищать по-новому. И вот эти деньги, которые нам планируется получить, это 15 миллионов евро, 5 из которых это невозвратные средства, это грантовые деньги. Мы сейчас как бы стараемся быстрее это все дело продвинуть. Мало того, у меня была встреча в Кабмине, была встреча, на которой я попросил уменьшить маржу Минфина с 2%, ну хотя бы на 0,01, на ком мы зарабатываем, да, на своих зарабатываем. И второе, это НДС, который будет нужно заплатить со всего этого проекта. Нашли понимание в Минфине? Ну, я нашел, на самом деле, понимание у премьер-министра, который дал поручение Минфину разобраться с этой ситуацией и помочь, поспособствовать Николаеву, чтобы в получении этих денег. Потому что ЕИБ, да, Европейский инвестиционный банк, он оплачивает суммы денег, но не оплачивает НДС. И вот в чем проблема? То, что у нас сейчас нет механизма, как оплатить счет двумя платежами. То есть отдельно счет, отдельно там НДС. Этого невозможно сделать. Сейчас работаем с компанией PricewaterhouseCoopers, которая нам предложит процесс, как мы можем это все делать. И на самом деле вот это вот такие вот проволочки, которые остались такие, ну, технические, они тормозят все это дело. Когда будет общественности представлена новая структура исполкома Николаевского городского совета? Тема на слуху, многие заждались. Знаю. Знаю, что заждались. Все хотят, чтобы структура изменилась. Опять же, структура у нас давно не менялась. И здесь стоит, наверное, все-таки обратиться к тому, что структура должна как-то все-таки отображать стратегию развития города. Стратегию, я думаю, мы еще о ней чуть позже поговорим. Но структура сейчас, та первоначальная структура, которая была сделана в первом приближении, она была очень сильно раскритикована депутатским корпусом, сказали, да что это такое, вообще такого не быть не может. Да? Хотя, ну, элементарно мы даже решили отойти в названиях структуры от тех названий, которые у нас как бы были веками, да, там, гуманитарный зам, там, что такое гуманитарный зам, да. Мы приняли решение о том, что это как минимум название должно быть уже как-то зам, который занимается развитием человеческого потенциала, да, а не просто гуманитарный, что это зам по человеку. Ну и так далее. То есть, и это тоже даже вот такие мелочи были раскритикованы, что, мол, что это за такое, что за посмешище там. Ну, в общем, структура сейчас разрабатывается. Мы разработаем ее вот на уровне аппарата городского совета, а потом мы отдадим его депутатам. Депутаты покритикуют, там, получат либо объяснение на свою критику, либо эта критика будет конструктивной, будут изменяться структура. Потом мы ее вынесем на суд общественности и примем ее. Но вы для себя представляете сроки, когда? Я думаю, что вот в течение февраля месяца до марта, я думаю, что мы уже представим эту структуру в таком виде, в котором она будет. Я почему спрашиваю? Потому что, ну, если говорить о стратегии развития города Николаева, прошла стратегическая сессия, форум развития, форум будущего Николаева прошел. Вот теперь там некие мысли наработаны, они обобщаются, и люди, которые этим занимаются, они так называют сроки, что-то будет какой-то период времени обобщаться. Да. Это будет не так быстро, как вы говорите. Конечно, это не будет так быстро, но основные вехи, основные направления мы уже получили, и мы понимаем, куда нам, ну, в основном нужно двигаться. Мало того, я еще раз повторяю о том, что мы не будем изобретать велосипед. Мы просто возьмем те фундаментальные наработки, которые здесь, здесь же в Николаеве живут умные люди. Да? Они, опять же, не выдумывали ничего, там, велосипед сначала, они взяли лучшие техники по разработке стратегии и разрабатывали эти стратегии. Другой вопрос, что стратегии не выносились никогда на сессию городского совета, и как лежали и пылились. Мы сейчас возьмем эти наработки, наложим на них то, что наработки форума, да, потому что обновить, актуализировать эти стратегии, может, новые там направления, и вот эту стратегию будем предлагать принимать на сессии городского совета. Реализацией ее будут заниматься николаевцы. Я почему спрашиваю? Потому что, ну, сегодня же мы уже видим, что люди, которые привлекаются в команду городского головы, не из Николаева. Это вызывает нарекания. И прямо скажем, непонимание. Ну, во всяком случае, в комментариях. Ну, скажу так, что для меня, скажем, происхождение человека совершенно не важно. Для меня важно, что это будет специалист,
который готов работать, выполнять такие там определенные функции, и который, у которого, для которого есть задачи сделать город лучше. Более того, скажу, что это люди, они мои друзья, с которыми мы познакомились в разных там, в разное время моей жизни, этим людям, которым я доверяю. Это не просто варяги, которые пришли сюда там, заработать, срубить денег. Более того, с таким... Не просто. Они не пришли сюда срубить денег. То есть они пришли сюда для того, чтобы сделать какие-то достижения в своей жизни и показать, что вот мы сделали вот из такого города конфетку там, в определенных направлениях. Кроме того, когда мне говорят, почему ты не назначаешь кого-то там из своих, то есть из наших, если есть наши, которые готовы заработать за ту зарплату, которая предлагается, если есть наши, которые готовы подтвердить свою экспертизу, да, то есть что я эксперт там, вот в этом, в управлении городом или в управлении там, огромным предприятием, хотя в принципе разницы я не вижу большой, то есть, если ты научился управлять двумя людьми, ты сможешь управлять миром, да, как там говорят, управляешь тремя людьми, значит можешь управлять миром. Но в любом случае, люди, которые... которые приходят сюда, у них есть любовь к Николаеву. И они его чувствуют как родной город. Да? Более того, они приезжают сюда с семьями и даже хотят здесь поселиться. У нас очень уникальный город. Поэтому переживать за то, что там приедут там, варяги, тут натворят что-то и уедут, ничего. Опять же, это моя ответственность. Я этих людей приглашаю под свою ответственность и под, ну скажем, зорким взглядом депутатского корпуса, который будет следить за чиновниками, как они любят это делать. Центральная районная больница Жаркневая будет передана городу Николаеву? Почему спрашиваю? Потому что, ну, я не знаю, собственно, город выразил решением сессии такую инициативу принять это учреждение. На уровне области слышим риторику, что это решение будет поддержано. Но, к минимуму, в Фейсбуке вот, встречаемся с комментариями депутатов Жаркневого района, которые говорят, что не нужно этого делать. Все вот нужно оставить так, как есть. Что вы думаете по этому поводу? Будет передано? Если да, то в какие сроки учреждения медицинское может быть передано Николаеву? Ну, вы знаете, во время предвыборной кампании я проводил в этой больнице встречу. Коллективу на самом деле, вот как мне показалось, им без разницы, кто это будет. Жовтневый район, какой там, там Николаевский район, или это будет Корабельный район. Им без разницы. Им главное, чтобы они вовремя получали зарплату, и чтобы они могли оказывать качественно услугу жителям города, в том числе и района. То есть все должно быть, скажем, на уровне, повышаться должен уровень. Может ли обеспечить это бюджет Жовтневого района? Ну, я не уверен. С другой стороны, если у депутатов есть замечания, нужно к ним прислушиваться. Я думаю, нужно будет создать некий такой, на уровне, на базовом уровне, круглый стол, обсудить этот вопрос, найти все, ну скажем, проблемные места и компенсационные меры. То есть, в конце концов, мы должны получить какое-то, скажем, будущее этой больницы, как она будет развиваться, какие будут улучшения в том или в ином случае, все, выложить все плюсы и минусы и понять, что лучше будет. И я думаю, что здесь нужно руководиться не амбициями там, депутатов, как городского совета, так и районного совета. Нужно понимать, что будет лучше для горожан, что будет лучше для коллектива, что будет лучше для самого здания больницы. Ведь на самом деле все мы хотим, чтобы было лучше горожанам, а не какой-то администрации там. Понимаете? Ну, я прошу прощения. Значительная часть людей, которые получают медицинскую помощь в этом учреждении, это жители Жовтневого района. Да, жители Корабельного района больше, но и сельских жителей тоже. Вы совершенно справедливо, как городской глава, говорите об интересах горожан, да. Но и об интересах этих людей, жителей села. Мы тоже должны помнить. На самом деле я не разбивал их. Я говорил о посетителях, да, то есть как бы о посетителях больницы, о тех людях, которые пользуются услугами. И вот здесь есть просто экономика, да, есть политика. Надо вот здесь отделять немножко политику. Нужно понимать о том, что есть экономические показатели. Вот так и так это будет лучше. То есть вот здесь мы сможем официально из городского бюджета выделять деньги на реконструкцию этой больницы. Давайте сравним, какие у нас больницы есть в городском там, владении. Такие-то, такие-то, такие-то. Что было сделано за последние годы? Сколько улучшений? То есть если мы говорим, а сколько в этой больнице было сделано улучшений? Похожее, такое же. Не было их там или были. И что было лучше? То есть цифры. Цифры вещь упертая, тут упрямая, как бы с ними не поспоришь. Тут эмоции надо откладывать, надо заниматься цифрами. Хорошо. Ну и последний, наверное, вопрос на сегодня. Вчера
прошла рабочая встреча в Николаевском горосполкоме, прошла рабочая встреча по поводу наружной рекламы. Ну, так уже в интернете, как минимум, разгоняются такие цитаты, типа того, что не надо размазывать сопли по столу. Вот, надо понимать, что некая эмоция присутствовала в этом обсуждении. Вопрос болезненный для города Николаева. С одной стороны, есть интересы горожан, которые устали ездить по этим туннелям. Рекламным, да. А с другой стороны, есть интересы рекламщиков. И, собственно, ну, мы же понимаем, что кто-то из них сидит в качестве депутата в Николаевском городском совете, кто-то просто уважаемый человек. Есть серьезные игроки на этом рынке, вообще киевские, насколько я понимаю. Тоже у них такая весомая доля рынка. Ну и все вот это вот, собственно, в этой рабочей встрече, я думаю, что как-то оно все это отразилось. Что в сухом остатке? В сухом остатке то, что у нас есть проблема, которая длится многолетняя проблема, которая уже много лет не решается городской властью, оттягивается как-то или там замыливается, и, ну, скажем, тоже, опять же, политическая проблема. То есть, с одной стороны, вот эти же люди, которые вы говорили, с другой стороны, граждане, и вот говорят, что надо как-то привести в порядок. Я считаю, что разрубить этот Гордиев узел поможет правило, которое мы должны, новые правила, актуализированные местобудивные умовы по размещению рекламы, которые на данный момент я попросил разработать рекламистов в эту пятницу, то есть завтра. Они должны предоставить свой вариант, как они видят. Затем мы этот вариант возьмем и доработаем с депутатами. Потом мы это дадим общественности, и общественность уже скажет, да, хорошо или нет, плохо. То есть мы получим документ на выходе, который будет устраивать всех, и такой рабочий документ, по которому мы будем знать, может здесь стоять или не может. Да? Я прошу прощения, я могу ошибаться, что некоторых рекламистов устраивает сегодняшняя ситуация. И им удобно вот в сегодняшней некоторых... ситуации. Они могут затягивать весь этот процесс. Что, собственно, и происходило, наверное, все предыдущие годы. Ну, вот если такое затягивание и саботаж будет продолжаться, ну, то есть, в конце концов, нужно же ставить точку в этом все. Мы пришли к единому мнению, что нужно уже ставить эту точку. И мы встретились, когда 2 недели назад с представителями рекламного бизнеса на открытой такой встрече, мы договорились о том, что у них есть 2 недели. Если они за 2 недели не сделают этого, то мяч переходит к нам. И мы уже дальше будем их кромсать, как хотим, да? Но то в рамках закона. В рамках закона, конечно. В рамках закона исключительно. Все эти нормы будут приниматься в рамках закона. Более того, реклама – это не просто бизнес рекламный. То есть нужно не просто это не помидоры продавать. Да? То есть ты сделал помидору, продал. Ты же рекламируешь другой бизнес. Тот бизнес, который тоже за счет тебя растет. Поэтому здесь нужно относиться с пониманием к тому, что нужно развивать николаевские бизнесы, предпринимательство, которое пользуется этими рекламными услугами. Но во всем надо иметь меру. Когда действительно едешь по этим туннелям и не видишь ни деревьев, ничего, ни горожан, то невольно хочется сказать, да что же это такое, когда же это закончится. И поэтому люди возмущены этим фактом. Мы работаем над тем, чтобы привести в порядок. И потом, независимо от того, кто ты, там, депутат, городской голова, депутат Верховной Рады, президент Украины, если твоя рекламная конструкция не вписывается в общий облик, она будет вынесена и публично повешена на сайте городского совета под снос. И потихонечку будет исчезать оттуда, насколько это будет хватать денег. То есть есть процедура к сносу, мы обращаемся опять же к операторам рекламного рынка, чтобы они занимались сносом своих конструкций, чтобы город не тратил на это деньги. Город будет тратить, но он потом и будет выставлять счет, но просто мы их просим, снесите сами. Но вы, как городская голова, уже понимаете, когда непосредственно начнется снос. Я почему об этом спрашиваю? Потому что риторика, подобная той, вот, которую вы сейчас, то, что прозвучало выше, да. Это, собственно, звучало и раньше. Ничего не менялось, если менялось... Я думаю, что весной мы увидим эту работу. Опять же, это не показушная будет работа, это будет системная работа. Систему мы сейчас прорабатываем. И я вижу, что это будет происходить, опять же,
Я не брал ни у кого никаких обязательств, там, размещая там рекламу во время предвыборной кампании. То есть все будут в одинаковых условиях. И самое главное, что я для себя понял, что работники рекламного рынка, они тоже уже это поняли. Потому что не все работники работают, ну, скажем, в одинаковых условиях. Многие действительно работают по старинке. Да? Там, сам установил, принял решение, кинул, там, установил нелегально там, и так далее. То есть они тоже хотят избавиться вот от таких, ну, жуликов рекламных. И думаю, что от этого будет хорошо всем. Олександр Сенкевич, миколаївський міський голова, був нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Дякую. До побачення. До побачення.